В настоящее время следователи рассматривают три основные версии падения вертолета: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия. Пока ни одна из версий не является приоритетной, ведется проверка. В Новый Уренгой продолжают приезжать родственники погибших и пострадавших в катастрофе вертолета Ми-8. Их встречают психологи МЧС и волонтеры. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о материальной помощи. Семьи погибших получат 1 миллион рублей, пострадавшие 500 тысяч рублей. В Новом Уренгое состоялось открытие памятника Владимиру Высоцкому. Церемония началась с минуты молчания в память о 19 погибших в результате крушения вертолета Ми-8. Скульптура певца и актера с гитарой в руках – совместная авторская работа специалистов «Газпром» добыча Уренгой и художественного комбината «Бронза и камень». На открытие памятника присутствовал сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.